Народ. В общем, это, короче, мой продолжение моего влога. Короче, сейчас иду с репетицией. Расскажу кратко. Ну, в общем, в нашем заведении в техникуме проходит мисс и мистер. В общем, короче, такое мероприятие. И мы готовим такое, ну, типа, танцевальное шоу. Короче, меня тоже заставили танцевать, заставили. Я сам, типа, сказал, что согласен. Короче, репетируем сейчас более усердно, потому что это выйдет не только как быть наш техникум, но и весь мой город, то есть там придет будет. То мы сейчас так более репетируем генерально. Все такое. Завтра, получается, у нас спар будут забирать на это все мероприятие. То есть еще будем тренироваться в самом классе культуры, в общем. Сейчас, короче, буду домой уже идти. Переоденусь, немножко отдохну, потом думаю, подойду, постригусь. Потому что уже надо встретиться. Наконец-то состригу свои косы эти красные. Думаю, может еще покрасить, типа. Да, и может кто-то не знал, да, я покрасился в белый цвет. Ну, не белый, а такой кремовый цвет. Кто не знал, конечно, короче, когда сейчас иду по улице, то типа вот да, у некоторых типа такая реакция, типа, ну камон, что это такое? Ну блин, в основном типа такие уже люди пожилого возраста, или же такие. Ну, которые, короче, эти фишки не любят, а более такие молодые, типа люди, ну, школьники, в общем, такие студенты, то они типа рубят фишку и не понимают, что. Ну все равно, смотрите, такая еще. Особенно в моем городе, это не небольшой город, в общем. Но, типа, некоторым людям просто, типа, как бы не понять, что это такое, типа. Ну, и, типа, иду и что-то болтаю, типа, на какую-то палку, на какой-то кирпичик. Не знаю, ну. Но я со временем хочу избавиться, типа, от этого. Ну, вот так вот, я не разговаривал. То вот, типа, когда на тебя так смотрят, то есть такое ощущение, типа, ну, блин, на тебя так смотрят, типа, ты так сковываешь, типа, закрываешься. Ну, вот, не знаю, сейчас я уже более так привыкаю к этому всему. Надеюсь, что потом полностью еще сильнее отвыкну и уже смогу более раскрепощенно, что ли, ходить так и разговаривать на камеру. Еще более этим усердно начать заниматься, как закончу учебу. Учиться я тоже, скажу, нужно, ребят. Учеба это как-никак, но она все равно в жизни пригодится. Короче, в любом случае она пригодится. Даже если будешь поскладывать чашку из-под кофе под нее, под этот диплом, но все равно он вам пригодится, так что учитесь. Есть, да, есть блогеры, конечно, такие, которые, ну, мол, мне ничего не надо, типа, я занимаюсь ютубом, я успешный и все, типа. Но, блин, чувак, в какой-то мере, возможно, даже ютуб, может, когда и закроют. И поэтому нужно думать о своем образовании. Тем самым я вас закликаю, чтобы вы тоже учились, а не развивали на учебу. Ведь учиться тоже нужно. Например, вы занимаетесь видеоблогингом, то не сейчас ничего, типа, показывать свое лицо зрителям. Так же самое, если у вас есть камера и все прочее, то просто хотите снимать, типа, на улице. То есть этого стесняться не нужно, типа. Сейчас уже YouTube стал, как бы, полноценным заработком для своих пользователей. Люди уже открыто на этом зарабатывают. Ну, вот тот же типа, Ивангай, ну, и все прочее. Остальные видеоблогеры, они на этом же также зарабатывают. И, ну, причем неплохие деньги. Хей, народ, это мой новый влог. У меня также появился наконец-то оператор Владислав. Ссылочка на его ВК, возможно, будет в описании. Сегодня мы репетируем о том, о чем я вам говорил. Короче, там танец. Еще будут оттуда кадры снятые. И все. Сейчас будем скоро выступать. Провели последние репетиции. Скоро будем выступать. Сейчас, блин, все переживают. Думаю, нормально выступим, блин. Есть такое, конечно, волнение всегда. Думаю, будет все нормально. Выступим. Волнение, конечно, есть. Блин, так хочется быстрее, типа, чтобы все закончилось и забыть про него. Блин. Но с другой стороны, интересно, типа, это вся фигня. Здесь нормально выступим. Thank you.
могилу слухает. Танцы, скажи. Все окей. Все, пацаны. Блин, короче, сильно переживал, но после того, как выступил, то более-менее. Конечно, пару моментов, типа, что тут было, но так, что, типа, норм, то, блин, ну, волновались очень сильно. Но зараз, наоборот, если тебе хочется еще, типа, сейчас пойти. Ну, прикольно. Понятно. Будет что-то еще.